Компании «Роснефть-Пурнефтегаз» подвели итоги второго этапа корпоративного конкурса «Лучший по профессии». На уровне предприятия в нем соревнуются представители 13 профессий. Первый этап состязаний проходил в режиме тестирования, второй состоял из практической части. Победители будут защищать честь предприятия в финальном этапе смотр конкурса профессионального мастерства. Поздравил лучших по профессии, исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по производству Сергей Баряев. Трудные дни подготовки к конкурсу позади у вас. Впереди основной этап защиты предприятия «Пурнефтегаза». Хотел пожелать бы вам успешно выступить. Все 13 победителей конкурса профмастерства получили подарки и грамоты от предприятия. В числе финалистов Роман Сафаров. Молодой человек принимает участие в конкурсе «Лучший по профессии» уже в четвертый раз. Это наша работа, в принципе. Мы показываем свои знания. Впереди конкурсантов ждет третий, самый волнительный и сложный этап состязаний. В начале октября в Краснодаре нефтяники из дочерних предприятий нефтяной компании «Роснефть» определят лучшего по профессии 2016 года.